Вишня начинает созревать. Уже кое-где красненькое появилось. Это очень хорошо. Ну, а мы продолжим эпопею про нашу яблоню. Про наш яблок, который зреет в бутылке. Вот. Так, бутылка изнутри запотела, видим, влаги много. Но что сделаешь? Природа. Вот в этой бутылке из-под коньяка уже третью неделю растет яблок. Если он вырастет большим, то это будет очень интересно. Яблок в бутылке. Следим.